Всем привет, зрители и подписчики наших каналов. С вами я, Скиф Вульферен. Всем привет. Жека Дрожа. И всем ни бага ни лага. И да, мы продолжаем играть в Don't Starve Together, и мы создали новый сервер. В общем-то, да, пораскинули, чем смогли, и решили, что все-таки стоит, наверное, создать новый сервер, так как всякого много разного появилось вроде как. В общем, версия стандарт плюс, если кому интересно, шаблон выбрали. Вроде как более хардкорное начало, но тут что-то куча ящиков, куча всякой фигни была уже, кто-то собрал. Ничего не знаю. Тут уже что? Остались без ресурсов. Я, кстати... Вы сейчас без морковок останетесь, во-ха-ха. Я пошел исследовать все подряд, что мне доступно. Так, а что тебе там? Возьмите кто-нибудь с собой. А ты не исследовал его? Ой, не заисследовал, что я сказал? Что ему говорить? Еду, семечки? А, ты про это? Так я это, я заберу с собой эти сундуки. Я заберу их с собой в могилу. Да-да. Так, забирай это. Как-то на стандарте плюс, кстати, написано, что там типа меньше еды, но тут у нас вокруг все правильно морковкой утыкано. Ну это, видишь, изначально, наверное, знаешь, чтоб не так уж прям тяжело было, сложно. Да, забавно. У меня сейчас так не знаю, скиф просто... остался у нас, да, без ничего? Как без ничего? Я тут уже еды насобирал. А вы что там натырили? Что там было? У меня 30 травы, 20 дерева, 10 флинта, 12 рук. У меня вся еда. 10 золота. Я не сомневался, что... 30 палок. Мне можно вообще ничего, не собирать. Ну, строй базу, что тебе могу сказать. Ну, давай думать где. Потому что в прошлый раз, когда я предложил, это оказалось не самой лучшей идеей. Нет, ну... Это где? Я думаю, пару дней надо хотя бы тупо пробежаться, посмотреть, что тут... Ой, ё-моё. Ты время засёк? Я даже без оружия, без топора. Деритесь. Удачи. Вот и беги, вот и беги. Help me, please. Не бы, я бы мог бы помочь, но нечем. Сори. Он меня достал, я был через дерево. А, ну я могу топор единственное что сделать. Ребят. Ну я не хочу идти в конфликт. Убили, да? Да. Ой, что это такое, что было? Соберите тут ресурсы, у кого пустые карманы. Ух ты ж, зажрался тут. Да, мясо монстр. Ай, а бы нету заснула. Убей его. Что-то топорами не очень быстро. Вон еще. Мясо монстр. Да, идемте куда-нибудь, а? Ну пойдемте, надо, я не знаю, что надо. Надо осматривать мир. Блин, это не хардкор. Блин, ну куча ресурсов изначально. Это как-то, блин. Ну блин, там по настройкам по дефолту стоит меньше еды, короче. О. Меньше всей еды. Ох ты, ёп. Привет. А это откуда? Кого нашли? Да ёп. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я так и сдохнуть смогу. Так, ох ты ж, ох ты ж. Бежим. Мать моя женщина. Носорожка? Мать. Так, веселый носорог. Я, конечно, и епископы тут. What the fuck? Еще носорог. What the fuck? Хм. Там еще носорог. Так, стопэ, надо как ты поставил животных механически? Ну, как ты сказал, кстати, да, у нас по стандарту все стандарт плюс, дефолтные настройки, кроме того, что больше механизмов. Я, короче, вчера оточен, ну вас в попу. Так. Ой-ой-ой. А вы куда убежали уже? Я в червоточину прыгнул. Я куда-то убежал, короче, не знаю. Вы под... Ой-ой-ой. Вы по дороге бежали? Я по дороге бежал и прыгнул в червоточину. Епископ, еп. А то я тут сейчас это, того. Товарищ, я скоро коньки скрею, походу. Воу. Короче, жесть. Видите, в червоточину прыгайте в нее по дороге. Кто там говорил про это, не хардкор? Да что так, блин... Что-то какой-то хардкор, Жек, не правда ли? Понимаете, я не создан для борьбы, у меня пинг не для этого. Черт, я не нашел червоточину, дорога кончилась. Я вообще где-то непонятно. А-а-а, меня тут носорог прессует в лесу. Черт, ой, болото никто не видел. Нет, ты по другой стороне. Черт, меня москиты жрут. What the fuck? Твою мать, я сейчас сдохну на болоте. Я сдохну. Черт, тут вообще как-то не очень.
Я как-то в крыску тут живой бегаю. О, оружие, оружие. А, я сдохну, но возьму. Черт, ой, я точно сдохну. Нет, 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 нет. Фу, я жив. Да. Ну, 27 хилов, как бы не очень. О, ночь. Ой, 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 а есть чего факел? У меня факел есть. Блин, как мне сейчас ночью не нарваться? Мне просто один выстрел по мне. Ты жив? Да, горит. Черт, я в натуре по дороге пробежал, и нету никакой этой. Ты, наверное, не в ту сторону пробежал. Ага. Там же в другую сторону дорога. Чёрта. Ребята, слушайте, как-то это хардкорно сразу. Это как-то неожиданно просто. Сразу разделились, я чё, вдалюсь. Хрен знает кто где. Я знаю где, я хрен знает где. Я тоже хрен знает где. Меня ночью гоняет носорог по лесу. А меня писка бьёт. Шикарно. А у меня 20 хп, наверное. Мы сейчас отлично начнём, сейчас все передохнем и не сможем друг друга резнуть. О, свинка, свинка. Домик свинки. Ай, епископ, мать. А, нет, нет, нет. Только не. В случае не смогу резнуть, у меня понты хп. Ну, как бы. Первый пошел. Нормально. Первый пошел, товарищи. Как бы епископ в ночи это не очень. Видом скип умирает. Эх, это будет новая традиция. Новая традиция. Убиваем скипа. Кто, кто сказал, что надо больше роботов ставить? Давайте начнем с этого. Я же для тебя хотел. Ну, так и вышло, так и вышло. Вот тебе больше роботов, Жека, вот тебе, пожалуйста. Не хардкор ни разу. Да, сейчас еще и зима начнется. Так, я сейчас... У меня очень плохо с пингом в плане, что я поджигаю дерево, убегаю от него, а потом горю еще полдня. Тут куча жопок этих, как их яиц, как они тут, спайдер-глэн. Да. Спайдер-глэн. Я, видать, в другую сторону, что ли, по этой дороге учесал? Не знаю. Возможно, не исключено. Я хочу сделать что-то поесть, потому что у меня 30... У меня вся еда. Ну, ты... я дал 4, кстати, ноги эти. Надо их быстро сейчас подготовить. А, только ноги. Вы где, кстати? Я лечу по дороге, ищу червоточину. Я призрака могу в нее вообще прыгнуть? Вряд ли, ты знаешь, я очень в этом сомневаюсь. Я тут деревья уже рассаживаю. Теоретически я могу прибежать к этому. К нашему порталу изначально. Ну вот надо туда, в ту сторону. Тут куча-куча этих... Тут пауки убивают... Ой, блин. Тут два носорога, короче, пауков топчат. И тут много этих яиц паучьих этих. Туны. То есть это актуально, в принципе. Что-то как-то вообще не это... Нехорошо получается. Носорожка, носорожка, фу! Носорожка, фу! Фу-ф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 у. Так, ребят. У меня даже карта не открывается, когда я призраком летаю. Печаль. Я нашел червоточину. Не прыгай туда. Я нашел. Блин, зато у меня паутина почему-то тормозит. Я же призрак, ёпта. Угу. Так, ты же куда бежишь? К этому? Да, к порталу, по идее. По дороге бежишь? Да, вон я тебя вижу. А, ну все, я нашел. Спасите, помогите, бедную гопницу. Там сразу по прямой, короче, два носорога, куча пауков, куча лута. А где лут? У меня места нет. С той стороны, ну тебе нужны только вон эти жопки для дефибриллятора. У меня 32 хп, я не смогу никого резать, но я сам сдохну, когда буду типа. Так, а где Вульферин? Что за жопа? А вон вверху ты можешь вверху подойти, смотри, тут безопасно. Что там? С какого верху? Через верх заходи. От дороги вверх. Ты где делся? Дорога вверх. Вот я, вот сюда, вот за мной лети. Вот сюда обходи, чтобы его не злить. Вот сюда, 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 влево, влево. Так там механически вроде. Не-не-не, вон, сюда вот, за мной, вот, вот. Не, у меня места нету, понимаешь? Ну блин, выкинь что-нибудь, возьми, я сейчас... Покинуть. Там ребятушки, право репетицию. Ты понимаешь, у меня нету хп почти. Я ж себя раню, когда... А, насколько ты ранишь? Да, у меня 133 хп. Умереть может, короче. Ну да, я могу попробовать, но ты же понимаешь, да? Нет, там, по-моему, там копейки же отнимается. Ну, походу мне хватит. Ну, сейчас проверим. И издыхаем. Ей! Черт! Шикарно! Блин, я... О, а теперь вот такая расцветка идет.
Ну у да. У тебя тоже такая расцветка? Да, все блекло, да, серо. Ребят, вы где? Мы... тоже так... Вульферин, присоединяйся, чё? Нет. Ну иди... А в прошлом мире тоже такая расцветка была, когда умираешь? А я не помню. Блин, ну оно так чёрное. Спасибо, я не голодный, как говоришь. Что тлен такой. Тлен, блин. Вот тебе и тлен. Вульферин, айда нас резать. Нет. Ты где вообще? Я у портала. Я же знал, что умру. Блин, у тебя сколько жизни было? Сколько? 30 жизни, 30 хп. 30 отнялось? Походу, да. Мне было 33, отнялось, видать, около 50, наверное, или 40 отнимает. Капец, я, по-моему, Вульфери нарезал, я даже не думал об этом, понты отнималось. Возможно, не понты, возможно, просто у тебя было нормально. А вы что, оба мертвы, что ли? А ты сообщение не видел? Я думал, ты его резнул и умер. А. Да, ну да, да. Кстати, где ты там? До прошлого портала. Вот. Идем, я тебе покажу ресалку, я же там сделал. А тут тебе не надо делать, по крайней мере. У тебя жизни много? У меня 69. Так, ну давай сейчас проверим, 69 хватит, нет? Начинается. Жесть. Кстати, где? Наркоманы. Так, тут носорог, подожди. Да, у меня карта не открыта, я ничего ни рта не вижу. А я сейчас открою. Еще, да, туда. Вот туда. Так, ребят, давайте быстрее, а то у меня рассудок вот вниз. Где-то здесь должно быть. О, какой. Или нет? Или нет тут? Так, короче, надо... Да, чуть-чуть, слушай. Да мы что, залетели вообще не в ту степь? Где дорога? Ориентир дорога. Фиг знает, где эта дорога. Дорога сбоку. Какого? Дорога. Так, вот здесь, походу, не? Ты вот что-то дорога. Далеко улетел. Так вот дорога, не? Так, какой дорога. Да, тут мы не были еще. Вот. Вот я нашел. Рез из скилла. Где? Делай дефибриллятор. Бери. Где он? Ну, на полу валяется, не? У меня все забито. Ну, господи, такая проблема-то, а? У всех все забито, там, зажиточные такие бегают. Ну? Лопата. Палки. Травка. Оу! Беги! Паук привел. Он сломал? Он скелет мой разбил. Пацаны, я туда не пойду. Что происходит? Жесть-то какая, а. Пацаны, я туда не пойду, я понял. Вот дефибриллятор, прям вот где я стою. Они еще и пляшут победный танец. Аран-дан-дан. Иди, скилл, резай. Скип, иди туда, ближе. А, то есть гиф написано? Ну да, типа да. Вот, а теперь у кого больше хп, резайте меня. А у меня хп вообще не отнялось. 50 ровно. Ты мою забрал, понятно. Делай еще, сейчас отнимется. Ты из жопы собери железы. Железы. Сколько отнялось? Да не отнялось у него. Отнялось у меня. Он же ж не делал. А. Ее когда крафтишь, тогда отнимаешь. А, да. Это боч. Ой, ёпта. Ааа, Вульферин свет! Жди, я сейчас делаю. Тьма. Так, а чё там надо-то? Травы надо, мне травы нету. Как это? Как Вульферин так умирает, а как свет так... Это, дай мне травы. Ну тут у меня нет травы, у меня там... Да сейчас я дам ему, подожди, травы. У тебя там все уже потоптали. А. Окей, все. Сейчас у меня 59 жизней. Интересно, этого хватит, чтобы резнуть? По идее, должно хватить. Хватит. 40 отнимается. Ровно 40. Охренеть. Давай, резай меня. О, сэнкс. Наркоманы. Надо кому грипп, а? Чёрт, а где мои шмотки? Мои шмотки? Нет, я до своих шмоток точно не дойду. Это еда калечит между делом, по-моему, или нет? А, да, хп уменьшает. Грибы все вроде уменьшают хп. Да, ну, блин, надо же вам пополнить рассудок. А, у меня мясо есть, о. У меня, кстати, тоже было. Ну, это оно как бы и есть. Вот кто стырил. Я не очень паук, но как бы. Ох, ребята. И, кстати, рассудок. Вы даете, конечно. Я пытался спасти человека, не получилось. Ну, ты пытался технически спасти робота. А кто-то в крысу смылся. Ай. Блин. Пацаны, там дрова. Я вижу. А это чё? Паренёк меня
Да, детали, детали, пацаны. Дайте детали. Так, нам надо один холодильник. Один холодильник, а одну можно отдать, скормить роботу. Я робот, буду иди, всех иди, шатать. Апгрейд сделаем. Шататель, иди сюда. Шататель, иду. Ух ты ж. Засверлило как ему. О, как нормально вштурило. Бежим! Бежим! Чёрт! Пацаны, где мы будем ставить базу, а? Хороший вопрос. Пошлите к порталу, а? Что-то мне кажется, что там самое такое, на мой взгляд, самое безопасное. Потому что вот эти вот товарищи механические меня нафигают. Алло. Напрягает. Эй, парни. Да ещё? Я говорю, меня напрягают эти ребята, которые тут. Так чересчур много. Ты как бы их поставил просто выше среднего? Ну да. Здесь, а? Ты их вообще капец просто. Что-то слишком много. Вот что-то как-то так, да. Ну давай промежуточную базу здесь тогда ставим, да? Ну хотя бы алхимическую машину надо, да. Ну у меня обычную, я могу пока. Ну, в смысле алхимическую, да, science просто. Да, science. Алхимическую мне не хватает 2 капа. Сейчас я сделаю. Потому что нужен... Так паутину не брать. У меня 13 штук ее. Пока я там бегал, вас резал, то чего туда-сюда. Обратно, все будет тебе иметь. Тоже посевы какие-то нарисовались. Я веду активный образ жизни на сервере. Так, камни, трава. Травы нету. Трава, трава. А, трава у всех активы. А, нет. Да у меня нету травы, у меня 4 кусочка. Иди сюда. Да, я сейчас соберу, ладно. Зачем тратить? Если бы еще место было. У нас как-то не очень козырное место в этом месте. Я согласен. Ну вы сами туда лезетесь. Вправо идти там пипец вообще. Да-да-да, я ж туда пошел, там червоточина вправо. Да. Влево, точнее, вот туда, червоточина там. Ну да где червоточина, я не знаю как там, но в другую сторону, в которую я ходил, там вообще пипец. Поэтому я бы как бы не советовал туда ходить. Особенно... Просто там червоточина, она откидывает назад. То есть назад? Да. Ну как? Интересно. Блин, вот это вот север-юг, тяжело объяснить, куда, где, почему. Ну, очень просто все. Как ты появился, стандартное расположение камеры. Давайте вверх-север, низ-юг, вправо-лево. Пацаны, это бред. Почему? Что? Ну, вот это вверх-вперед. Ну, явно кто-то камеру повернет и все. Посмотри. Я, допустим, не знаю, как. Ну, блин. Вот сейчас, видите, портал наш изначально родились, где мы? Он стоит жопой к берегу. Ну да, вот это и есть ориентир. Это север. Видишь, мне это юг. Ты уже карту навертел? Я люблю вертеть. Вертеть, вертун, блин. Я люблю вертеть. О, кстати, цветочки собираем, рассудок поднимаем. Да, кстати, я что-то собрал, сожрал зачем-то. Вот я вижу, тут хардкор, тут тупо поле. Тут по полю, да, без цветов, вот тут парочку цветов. Ну хорошо, жопа. Ух ты, ёп! Портал жопой к северу, да, получается? Ну, к берегу. Это север. Ну да, это. Опять эти. Ребят, походу. Ой-ой! Чувачки друг друга заступаются. Что такое? Тут механические бро еще. Гончие вон. Тут вон этот. Тут вообще полон лес этих механических. Смотри, тут робот, тебе еще 2 детальки нужно? Да. Оставь там в сундуке где-нибудь, я не знаю в чем. В сундуке, блин. Я просто только что убил этого коня. Если б я убил коня. У коня встал. Наверное, помер. О! Эти натравились друг на друга. Собаки с этими. Какие собаки? Ну какие? Обычные. Месиво. Что там творится? Что там увидели? Тут весело. Месиво тут, смотри. Так, о, кстати, у меня кремния вообще нету. О, и камней. Ой-ой-ой! Ни один кремень не стал всего. Бежим! Так, что-то это не очень хороший вариант. Черт! Сейчас. Ребята, живите, я больше вас резать не буду. Черт! Давайте. Выживайте, Ты же ко вниз пошел? Да, за мной пес увязался, видишь? Шикарно. На базу бегите, я его сейчас уберу. А мы сейчас тут надо разведать. Надо бифала найти, во-первых. О! Так, пункт готов. Забираем говно. Бифалячее.
пошли, блядь. Сальца бы сейчас. С это, соса... Фу, блин! След хотел сказать, сказал сало. Шикарно. Так, а что бы мне выбросить такого? У меня просто лед слюной наполнился, я аж чуть не захлебнулся. Ох ты, нифига тут сколько цветов. Уху, полянка. Жека, иди сюда. Иду. Тут на всех, наверное. Ты его собирал вообще? Чего меня бросил? Собирал. На еще. Че, думаешь, мне говна не хватает? Видишь, сколько цветов? Да мы, знаешь, где? Сейчас я тебе объясню. Я не пойду, я базу. Иди на 3 часа. Семечки. Если ты север-юг не одобряешь, на 3 часа иди. О, тут пчелки. Если они плохие, красные. Нифига тут вообще какой-то. У нас как-то интересно сгенерировался этот вообще мир. Я уже цветы как полоумный собираю, мне уже хватает. Зачем? Куда? Куда-то. На веночек. Капец, тут прям пасека. Это с пиццом так всегда. Да не всегда, я в первый раз такую фигню вижу. Не, я постоянно такое наблюдал. Нет, ну есть маленькие пасеки, но чтоб столько цветов среди них было, это прям какая-то жесть. Понимаешь, такое всегда, когда есть вот такие дикие пчелы. Дикие пчелы? А, имеешь в виду эти? Красные, да. Которые атакуют вообще подряд. Черт, опять ночь. Сейчас сделаю факел. Ой. Хорошо, что я на базе. Окей. Обломчикус. Гриб есть зарылся. А, его... Че тебе сказать-то? Че тебе сказать? Как бы, но оно есть определенно. Где-то, у кого-то. Где-то. Говори правду. Не говори правду, только правду и ничего. Я как бы не особо засекал. Ну ты скиф. Откуда? Ты сам тебе знал или тебе кто подсказал? Ганпауэр. А нафиг мне порох? Кому мы будем взрывать? А зачем ты его подобрал? Я его выкинул специально. Давайте этого чувачка взорвем. Ты знаешь, ты положил возле костра. Ну знаешь, так, что произойдет, если... я специально. А, я там стоял, и ты специально положил. Нет, ну прям не настолько специально. Скиф, фейерверк. Ну-ка, оху, весело все. Пацаны там развлекаются. С наступающим, оху. Не знаю, когда эти видеоролики выйдут, но да, всех с наступающим, ребят. Да, ну почему, ну в понедельник еще наступающего не будет относительно. А, ну в среду. В среду, да, в среду. Вот в среду как раз таки выйдет. Поэтому с наступающей будет следующая серия. Да. Кто куда наступает? В партию. Не знаю, не был замечен. А пупенчик? Так. О, дерево. Я же хотел холодильник. А, ну холодильник нужен, камень. Ты понимаешь, что там зря ты там все делаешь? Ты уверен, что там самое лучшее? Да, кстати. Может... Тут, как, короче, что-то этих роботов прям много механизмов. Вот так вот. Я предлагаю закончить серию. Давай. А давай. А давай закончим. А давай. Окей. Что... Окей, пошли? Тогда... Да-да-да. Раз я прощаюсь тогда. В общем, всем спасибо за то, что посмотрели. Надеюсь, в очередной раз нас, всем тем, кто... смотрит в первый раз. Подписывайтесь на наши каналы, комментируйте, ставьте лайки и всем всего хорошего. Пока-пока. Худбай. Покедово, ребят.